Вот такую забавную елочную игрушку или магнитик на холодильник предлагаем смастерить в преддверии новогоднего праздника. Ничего сложного, вы точно справитесь. Понадобится несколько детских фотографий, сделанных на обычный смартфон, распечатанных на обычной бумаге. У нас малыш в домашней одежде, но вариант в зимней шапке, куртке и ботинках тоже смотрелся бы гармонично. Первым делом нужно вырезать все фотографии по контуру. Заметьте, мы специально фотографировали малыша в разных позах, чтобы все игрушки получились особенными. Теперь раскрываем пленку для ламинирования и с помощью шаблона рисуем круги. Не забываем вот про такую петельку, чтобы было куда потом протянуть ленту. Примеряем фотографию, она должна свободно поместиться в круг. И белой гуашью в нижней части рисуем снег. Можно изобразить ровное снежное поле, а можно пышные сугробы. Сверху добавляем снежинки. Белый зимний пейзаж можно разбавить ярко-зелеными елочками. Осталось только найти лучшее место для героя. Помещаем его прямо в снег. Если есть настроение, можно добавить немного блесток и пайеток. Важно, перед тем, как вы снова закроете пленку для ламинирования, краска должна высохнуть, иначе результат может быть непредсказуемым, хотя и это можно обыграть. Накрываем пленку бумагой и проглаживаем теплым утюгом. Вся конструкция плотно склеивается. На игрушке можно написать имя малыша и год. И если мастерить такой сувенир перед каждым праздником, то на елочке можно будет увидеть, как быстро ребенок растет и меняется. Аккуратно вырезаем игрушки по контуру. Дыроколом проделываем отверстие в ушке. В него протянем алую ленту и бантик. Вот что у нас получилось. Такому подарку наверняка обрадуются бабушка и дедушка, да и сам малыш. Осталось только украсить елочку.